Добрый день, дорогие участники. Большое спасибо, что вы приняли участие в нашей акции. И вот, наконец-то, этот день настал, когда мы узнаем победителя. В нашей акции принимали участие такие люди, как Екатерина Уширенко, Татьяна Карпова, Татьяна Полиховская, Наталья Жигун, Людмила Шикота, Демьян Романов, Максим Соболев, Надия Гали, Ирина Яценко, Надежда Козлова, Надежда Соболева, Елена Жигун, Лариса Уширенко, Светлана Скавронская, Виктория Скавронская, Алена Жабровец. Итак, у нас все по-честному. Мы берем зеленую коробочку наших участников. Призом нашей акции будет процедура в кабинете по телу, которая называется «Красивые ножки». Эта процедура направлена на улучшение лимфотока, и после процедуры заметно улучшится эластичность и тургор кожи, улучшится мышечный тонус, появится легкость в ножках и уйдет отек. Итак, победителям процедуру провожу я в нашем кабинете один. Так что я жду вас на нашу процедуру. Итак, победителем акции становится... Виктория Скавронская. Мои поздравления, Виктория. Я жду вас у себя в своем кабинете. По вопросам организации вы можете обратиться по телефону 236-8877. Большое спасибо, до свидания.